Доброе утро, друзья! 11 февраля 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Международный день женщин и девочек в науке, Всемирный день больного, День основания государства в Японии, День работников налоговой службы Азербайджана, Национальный день молодежи в Камеруне, Лаврентьев день в народном календаре. Знаменательные события. В 1697 году царь Петр I разрешил продажу табака в Российской империи. В 1809 году Роберт Фултон запатентовал пароход. В 1829 году в Тегеране толпой фанатиков был убит Александр Грибоедов. В 1838 году по железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского села начинают ходить поезда на конной тяге. В 1922 году Фредерик Бантинг открывает инсулин. В 1929 году Ватикан стал суверенным государством. В 1980 году премьера фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году фильм удостоен кинопремии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Родились в этот день, в 1847 году, Томас Эдисон, американский изобретатель. В 1894 году родился Виталий Бьянки, советский писатель, автор многих произведений для детей. В 1902 году Любовь Орлова, советская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР. В 1969 году родилась Дженнифер Энистон, американская актриса. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 10 часов 30 минут по московскому времени один из самых удачных для работы и бизнеса день. Хотя следует отметить, что и провокационный. Сегодня можно буквально свернуть горы. Слова как никогда приобретают магическую силу. Вся окружающая природа очень чутко откликается на каждое слово, даже случайно оброненное. Возможно, что все сказанное претворится в жизнь, и хорошее, и плохое. А все пожелания вслух себе и окружающим осуществляться. После 10 часов 30 минут день удачен для поездок, командировок, путешествий, переезда, судебных разбирательств. Самое время начинать строительство дома, заниматься планированием жилища, перепланированием, перестановками. Может потребоваться изменение собственной позиции и линии поведения. Вот такой он 11 февраля 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!